Всем привет, и сегодня я бы хотел показать вам вот такую вот игру под названием Hammer Fight. Давайте начнем игру. Так, я создам нового персонажа, новый вертолетик. Игра очень интересная, игра своеобразная. Так, назову персонажа Смотр. Давайте С. Так, игра воспринимает русский язык. Кстати, она и разработана русскими. Смотр. Смотр. Так, все, нажимаем Enter. В игре присутствует нифиговый сюжетец. Кстати, игра на русском языке вроде как бы есть. Но Steam решил мне закачать английскую версию. Ну да пофигу. Особо сюжетом я не интересовался. Как вы видите, мы управляем таким вот вертолетиком, у которого камень на веревочке. И при помощи мыши мы вертим этим вертолетиком. Вот, видите? Вот весь и геймплей, честно говоря. Но вначале он скучен, сложен, хардкорен. Ну, вообще, сама игра вся хардкорная, в любом случае, с таким-то управлением. Так, я ударился. Управлять сложновато. Так, слева снизу вы можете увидеть ХП моего вертолета. Так, сюжет. Иди сюда, мазафака. Как я понял, сейчас мы хотим вступить в клан. Вот в этот. Потому что мы без флага, а эти чуваки с флагом. Или я ошибаюсь? Ну, давай сюда иди. Была бы моя веревочка длиннее его. На, все. Вроде бы я выиграл. Да, я выиграл. Я получил. Так. Так, я проиграл? Я проиграл, чуваки. Я проиграл. Да уж. Иди сюда. Блин, дважды попался под... Блин, сейчас он меня разрушит. Он меня разрушил. Да что ж такое. Я же говорю, управление вообще не... Я не знаю, как его назвать, это такое управление-то. Верти-крути. Обмануть хоти, блин. Я вот просто кручу. И примерно, я точно не могу сказать, куда я попадаю вообще. Как я управляю. Вот видите, вот он сейчас меня опять разрушит. На тебе по башке, все. Это слоумо. Победительское слоумо, кстати. Так, вот это я не знаю, что это, он ежиком каким-то становится. Виктори! Отлично. Бла-бла-бла. Так. Продолжаем играть в эту нифиговую игру. Мы получили одну звездочку. Уровень пройден. Так. Так. Сейчас нифиговая битва. Каким-то чуваком. По-моему, мы играем вот этим дедом, что ли, которого у нас показывают. My head. Где же у тебя там голова-то, чувак? Ты же вертолет, чувак. Какой он гениальный. Он решил там приземлиться и чтобы... Ах ты, мазафака. Разогнаться решил. Я ж тебя сломаю.
На тебе по башке. На еще. Виктори! Мы смогли его ломать. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Давай, давай, давай. Быстрее. Одна звездочка. Уровень пройден. Апгрейд вроде как бы. Нам дали 5 голов. 5 звездочек. Хотя здесь написано 6, а нарисовано 5. И медальку какую-то. Давайте продолжим. По-моему, вот это вот и есть главный персонаж. Бородач белый. Не знаю, не уверен. В сюжете я не разобрался. Нам дали дубину. Давай, вставай. На! Ты бы не хотел встать. Ауч, я падаю. Так, на тебе. На, мазафака. По-моему, здесь ХП у меня безграничное такое чувство, честно говоря. Этот чувак влепился. Он, видимо, пьяный. Посмотрите, что происходит с ХП. Кстати, ХП теперь внизу врагов. И какая-то морда с окошечкой сверху. Я не понимаю, кто враг, кто свой. Так, ХП не бесконечное. ХП много, но оно не бесконечное. Но кто враг? Вот этот, по-моему, чувак враг. Или ошибаюсь? Давай. Померяемся силёнками. Ауч, ауч. Виктори. Видимо, я врезал ему под конец все-таки. Я ошибаюсь. Not bad, чувак. И приходит какой-то другой супер-клан с пушками. Свалили отсюда, это наша точка. Бабах. И все мочатся. Мочится, мочится. Мне кажется, или они развалили? А, нет, все-таки зеленые еще живы. 2 звездочки. Уровень пройден.